Ребята, смотрите, какой замечательный прицепчик военный сохранился. У него впереди ось поворотная, вернее, не ось, а колеса, то есть поворотные кулаки. Сейчас не знаю, открыт он, закрыт, что у него внутри, интересно. А, закрыт. Посмотреть внутри не сможем. Но, вы знаете, мне что заинтересовало? Он небольшой, и меня заинтересовал поворотный механизм. Давайте вместе посмотрим и для себя поймем, что же это такое и вообще, как это выглядит, как делали наши военные, может быть, до сих пор делают. В общем, мне понравилось, конечно. Так, прямое дышло у нас идет из швеллера, связанного две пружинки. Так, оно даже качается, смотрите. О, как. Смотрите, как качается хорошо. Вот. И вот здесь вот, вот здесь находится ось. То есть оно вращается вот на этой оси. Вот там вот ось, оно вращается. Сейчас не смогу, наверное. А, смогу, смотрите, смотрите. То есть я вот даже я спокойно могу его поворачивать. Вот. Так вот, давайте посмотрим, что снизу у нас стоит. Смотрите, как интересно. А, две тяги стоят. Ну, похоже на 53-е. Не знаю точно от чего. Дальше идет такая ось. И с обратной стороны еще две тяги стоят. Смотрите. Видите, каждая тяга идет уже к колесу. Здесь поворотные кулаки. Вот. И ну-ка залезем еще. И туда тоже идет. То есть смотрите, какая конструкция интересная. Как бы туда пролезть, а? Как бы туда подлезть. Вот, может быть, вот так вот получится. Это вот тяги, которые идут от дышла. Так, подождите. Да, здесь просто не видно. Вон там тяги надо мотать. А вон они тяги. Да! Ну, Ром, у меня прицеп, Ром. У меня съемка, я не могу отойти даже. Вот мне надо доделать кое-что. Тут очень интересная конструкция. В общем, смотрите, еще две тяги. Вот, вот они, эти тяги. Сейчас я попробую с другой стороны зайти. В общем, мне понравилось очень. Ром, иди помоги мне лучше. Пошевели вот это дышло. Просто оно шевелится. Пошевели просто его, он шевелится. Я снимаю. Двумя руками. О, они поворачиваются, колеса. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ага. Так, и с той стороны я еще покажу сейчас, как этот принцип работает. Давай, шевели. Ага. Вот, все работает. Кстати, тормозной. Здесь рычаг. Пневматика, видимо. Да, он там ресивер. С него есть тормоза. Да, назад тоже идут. По-моему, это 53-е колеса. В общем, интересная конструкция. Супер. Надо будет как-то применить, попробовать.